Вчера был большой день. С утра была лекция Алексея Киселева. Мы много разговаривали о современном театре, о том, какие сейчас жанры, формы. Приехал Филипп. Было знакомство с ним, знакомство с его методом, с его школой. Потом была вечеринка. Филипп привез из Франции сыр и вино. Сегодня очень много работали с большой бумажной фактурой, искали ее вес, линии ее движения. После обеда Филипп достал большой сборник Мендельштама, и мы стали делать этюды по его стихам. Что будет завтра, я не знаю. Будет что-то новое, новые открытия, новые впечатления, новые эмоции. Сыр весь съели очень быстро.